Так, окей, ладно, продолжаем. Я посплю сегодня тут. Да, но у нас тут только две кровати. Да? Кто там еще? Такамаки? Воу-воу-воу-воу! Ребят, что-то гэнгбэнг намечается, походу. Девушка, с которой я нахожусь в одной комнате, она пошла к своему парню. Я тебя понимаю, или типа того. И она взяла ключ от комнаты с собой. Когда я вышла из нее, автоматический закрыватель дверей закрыл ее. И теперь я не могу войти в комнату. Эй, ты даже сейчас в такое время сидишь в интернете, что ли? С тех пор, как случился происшествие с Маджедо, количество посещаемости сайта с людьми за границей выросло. Разве это не круто, не безумно? Вор наконец-то на мировой арене. Интересно, что они будут делать, если получат просьбу из-за границы? Ну, если ты даже спрашиваешь нас, мы не знаем. Они одолели Маджедо. Интересно, кто же следующий преступник, с которыми они разберутся? Не только Япония, но и весь мир заинтересован в том, что фантомные воры будут делать дальше. Да, кстати говоря, какое сейчас время уже? Спать хочу. Так, я очень сильно устал из-за... Так, опять эта хрень. Короче. Часа... Короче... Эх, я очень сильно устал. Это из-за джетлага? Джетлаг — это расстройство суточного биоритма в связи с длинным перелетом. Охренеть! Джиса Бокуэ. На японском. Офигеть. Ой, блин. Эх, мне больше некуда идти. Так что, как бы это печально ни звучало, но я тут посплю. Стоять! Серьезно? Так нельзя же! Ты серьезно? Да нормально все. Я доверяю вам. Вот значит, как оно все обернулось. Так, в кровать один. И диван у нас тоже еще один. Значит, одному человеку придется спать на полу. Кто же это будет? О, карты тут! Как насчет этого? Ну, было очевидно, кто будет спать на... Было очевидно, кто будет спать на полу. Пришел на Гавайи и сплю на полу? На, Мишима.
Эй, а где Мишима? Туалет. В туалете. Нагаку не? А не долго ли он уже там? Шугаку рюку ка. Школьная экскурсия, поездка, да? Сихо, таносими ни штета на. Шихо, она действительно ждала этого момента с нетерпением. Омае. Эй. Гоме, нанка краку натчатте. Извините, что вот она решила нагонять депресняк. Демо, аре кара мо хантоси чикаку тацун дакке. Нанка фусиги да не. С того происшествия уже прошло 6 месяцев. Это немного странно. Ребят, у них в игре прошло 6 месяцев, а у нас в реале прошло сколько? 3. Ну, неплохо мы идем. Гаккоуно савагасе монога. Има я секай да зе. Синдзиранна. Да. Ребята, которые достают проблемы в школе... Нет, или... Да, ребята, которые достают проблемы в школе, достают проблемы по всему миру. Да, тяжело в такое поверить. Но, кстати говоря, вам не кажется, что мы друг от друга особо-то много-то и не знаем? Вы так не думаете? Ора, татуэба, дуэй куга кономи тока? Рюзи, бутчаке дуна, ну? Ну, с Карпыгайс, да, и как бы как раз 3 месяца с копейками получается, плюс-минус. Как бы теперь то, что мы вышли на каждый день, ну, точнее, на по будням, по 5 дней в неделю, теперь мы, наверное, ускоримся и, возможно, и за месяц пройдем 2 максимум. И то вряд ли. Посмотрим. Так. О, точно. Как, например, поговорить о том, какой тип человека вам нравится, кто ваш тип? Рюжи, что насчет тебя? Будь честен. У, ребят, пошли интересные разговоры. Оре? Я? Надо подумать. Я по сейкак даро. Ну, для меня очень важно это личность. Добрая и спокойная девушка. Вот что мне нужно. Тогда что будет, что ты будешь делать, если две девушки с той же самой личностью придут к тебе и признаются тебе в любви в одно и то же время? Но если они обе добрые, то выберу ту, у которой более лучший стиль. Стайлюга дайте, не? А, значит, все-таки стиль для тебя это самое важное. Э? Сакини котайта, ну а татемай, да шо? Он не вахтакотоме. Первое, что ты ответил, это то, что обычно все говорят. Что действительно имеет значение, это второй ответ. Рюджи, ты действительно такой, как я и думала. Это нечестно! Валера, а что насчет тебя? Какие тип девушек тебе больше нравятся? С прекрасным стилем. Умные, таинственные, наверное. У меня нет никаких предпочтений. О, господи. Я думаю, вы, ребят, все знаете, да? Какой мой ответ? Салат, а устрой голосование. Интересно, какой тип девушек чатику нравится? Давайте посмотрим по голосованию. Стильные, умные, таинственные или нету никаких предпочтений? Ответ двухмерный есть. Но time to wait. Какая двухмерная тян тебе нравится?
стильная, умная или таинственная. Так. Давайте сейчас посмотрим. Приветская мама. Так. Ладно. Посмотрим потом позже голосование. Вы пока что голосуйте, а мы пойдем дальше. Так. Ну, смотрите. Если я скажу, что мне нравится Тян с хорошим вкусом, стилем и так далее, то это будет прямой намек на Ан. Так что нельзя. А если отвечу умный, это будет, скорее всего, намек на Макото. А если отвечу таинственный, то это, скорее всего, будет... Футала, что ли? Она немного не от мира сего. Ну или нет предпочтения, окей. Ну и если выбирать из этих троих, то третий вариант. Это то, что я бы выбрал. Масака, айцу? А? Неужели ты имеешь в виду она? Ска, оретачи отайтан даши. Тоузен омай мо юн да ё на? Да, мы ответили. Теперь настало твое время рассказать нам. Де? Омай но кономи но тайп те... Ну, какой тип парней тебе нравится? Кто-нибудь! Де? Омай но кономи но тайп те... Похоже, кто-то там в туалете умирает. Сука. Ну, какой тип парней тебе нравится? Мой живот. С ним все в порядке там. Да, кстати говоря, я тут вспомнил. Этот парень выпил воду из-под крана тут. Ранее. Так, это топ-3 золотых правил, которые не нужно нарушать, когда ты уходишь за границу в другую страну. О, господи. О, господи. Блин, такой момент просрал в прямом смысле этого слова. Так, ладно, все. Посмеялись и хватит. Фу, все, тихо. Так, у нас тут серьезное дерьмо пошло. Так. Да, привет, ребят, кто тут пришел. Так. Да, я думаю, это очень правильное решение. Да, даже несмотря на то, что этот репортер неизвестный никому шавка, информацию, что он слил... нет, информация, что было слито, попала в его руки, это плохо. И, кстати, насчет расследования касательных фантомных воров. Какие-то результаты уже более-менее видны. Да, возможно сделать так, чтобы кое-кто их предал и кое-кто их погрузил в полное отчаяние.
Ну, думаю, до сердечного приступа не дойдет. Или дойдет. Так что займитесь. Так, стоять. Окей. Возможно, до сердечного приступа может дойти. Это уже они разговаривают, как я понял, о каком-то другом человеке, не о фантомных ворах. Так что да, займитесь этим вы. Да, я даже не подумал о таком. Оставляю это на вас, сенсей. Убьем одного или двух родственников, это не сильно что-то изменит. Блин, вот эти диалоги реально очень сложные перевести, потому что тут непонятно, что говорит с другой стороны, поэтому хрен их переведешь правильно. Да, точно, репортер. Тьфу ты. Я и забыл про него. Точно, точно, да. Ну вот. Отвлекся немного и все, в задницу. Эта экскурсия скоро закончится. Завтра вечером уже возвращаемся обратно на самолете домой. Дерьмо, все это не должно закончиться таким образом. А? То, что мы занимались тут до сих пор, мы делали и в Японии. Даже в Биг Бен Бургере были, которые есть и в Японии. Но даже если ты так говоришь, то куда мы можем пойти-то? Тут, кстати, многие люди тусят со своими девушками или еще с кем-то. Ну это естественно. Да, Карайо. Я тоже хочу нечто подобное сделать. Нам нужно что-нибудь замутить, пока есть время. Куда? Когда? Где? Нам нужно прекрасные воспоминания создать тут. Когда говорим Гавайи, это значит... Это значит, я не понимаю, что они тут написали. Сейчас, секунду. По-любому не понимаю, в каком смысле они это говорят. Ну, короче, когда говорится Гавайи, это означает прекрасное море и хорошие воспоминания под... Не знаю... Короче. Мы заполучим номера каких-нибудь тяночек. Замутим с ними. А вечером завтра свалим. Ну, что скажете? А что, я тоже в деле? Даже если они потом раскроют нас, никто ничего не сможет сделать, потому что нас тут уже не будет. Ну, наверное. На. Эй, ты же ведь тоже идешь с нами, верно? Тебе кто-то звонит? Вот так. Короче, возможно, это кто-то важный, так что да, иди поговори, я не буду отвлекать. Мишима, пошли. Что, мы прямо сейчас идем, что ли? Только ты и я с кому-то? Что ты такое лицо сделал, как будто не хочешь? Так,
Сперва погнали в... В этот... Вайкики. Серьезно? Привет, Алис. Так. О, от Макото. Мы пришли все-таки на Гавайи. Я бы хотел бы немного прогуляться по пляжу. О, господи, я понял, что сейчас будет. Да, с кем пойти, это будет хороший вопрос. Так, у меня работа в качестве сопровождающей немного успокоилась. Если тебе нечем заняться, может, прогуляешься со мной? И Каваками, и Рюджи. Вариантов нет. Вариантов нет. Естественно, мы пойдем тусить с Рюджи. Тян не нужны. Ребят. Тян не нужны. Вот это выбор. Макото, Каваками или Рюджи? Очевидно же. Выбор очевиден. Ну, знаете, если подумать, то нам вообще-то лучше пойти с Макото, поскольку я с ней не прокачал линк, и мне нужно набирать очки. С Каваками мы уже все сделали, она мне особо не нужна. Блин. Так, мы пойдем с Рюджи и с Мишимой искать местных тяночек. Еще вайфу. Че за Макото? Макото. Operation Babe Hunt 4, версия 4, наверное. Ладно, погнали с Макото. Или все с Каваками. Да, кстати, в голосовании, какой тип девушки нравится, на первом месте таинственные, на второе умные, на третье стильные, на четвертом нет никаких предпочтений, на пятом все тлен. Ладно. Ничего, у нас сейвы есть, потом можно будет посмотреть. И другие ветки. Ладно. Хотите Макото? Вот вам Макото. Все, погнали. Погнали. Окей. Хорошо, она сказала, что переоденется в купальник, и увидимся там на месте. Гумене. О, господи, они еще и озвучены! Извини, что так внезапно тебя позвала. Помогать в качестве сопровождающей оказалось намного сложнее, чем я думала изначально. У нас очень много всяких встреч. Блин, ребят, я не могу всем угодить. Если бы я мог позвать всех тянок, я бы позвал их всех.
Так, я действительно очень хотел от тебя пораньше написать. Так. Спасибо за усердную работу. Давай повеселимся. Мне очень тяжело смотреть на тебя. В такой одежде, скорее всего. Ты предал наши идеалы? Нет, не предал. Ну нормально, нормально, че. Пожалуйста, прекрати. Не нужно говорить таких странностей, да и вообще вот так внезапно. Ну что ж. Давай немного прогуляемся тут. О, смотри. Гарлик шримп, ну да, не. Хавай, но мебуц россию. Это гарлик шримп. Очень знаменитый на Гавайях. Он тот, табемоно де бокен шичау хо? Кстати, а ты из тех людей, которые любят иногда из тех людей, которые любят пробовать что-то новое? Конечно. Круто или удивительно или великолепно, манифико. Чего? Сейчас, секунду. What the fuck? Привет, привет, ребят, еще раз. Ну, короче, честно говоря, я обычно всегда люблю, наверное, вещи пообычней, что ли. Но типа есть те креветки, которые она привыкла, или типа того, в одном и том же месте. Но раз мы пришли сюда, давай попробуем. Эй, вы двое, вы японцы, да? Да. Кайто дандешо, кокоро нусунджау но. Вы типа фантомные воры, да? Вот этот парень украл твое сердце, да? Откуда вы знаете про фантомных воров-то? Да в новостях я видел. В Японии они очень популярны. Значит, даже за границей все разговаривают. Так много, точнее, мы настолько популярны, я даже не думал. Ребят, если встретите фантомных воров, скажите привет от меня. Передайте им, что я изменю их, украду их сердца и заставлю их полюбить креветки. Да, конечно. Black Health, вообще-то, наверное, так и есть. Так. Этот продавец нам дал куча бесплатных креветок. О, халява! Невероятно. Мы вдвоем наблюдали за прекрасным пляжем, прекрасным морем, наслаждаясь запахом, что витал, прекрасным запахом, что витал в воздухе другой страны. Красиво. Уже так поздно. Да, мы просто тут сидим, ничего не делаем. Если моя сестра бы меня увидела, она бы очень сильно разозлилась.
私ね、旅行とかって正直あまり乗り気な方じゃなかったの。Честно говоря, я не была особо заинтересована пойти на этих каникулах. Но если все будет вот так, то я бы не прочь еще как-нибудь снова прийти. Да, действительно весело. Вот, возьми это. Так, Кики? Нет, Тики Кей Холдер. Ну, не сейчас, а просто небольшое... небольшое воспоминание за сегодняшний день. Я рад. Спасибо. Я рада тоже. Думаю, стоит вернуться обратно, пока не наступило... не потемнело. Давай еще немного просто. Или... ну ладно. Возвращаемся, наверное. Давай еще немного посидим тут. Ну ничего не поделаешь. Так, а теперь грузим сейвы, погнали с Каваками. Сегодня у меня с Сакамото прошло все очень плохо. Каждый раз, когда на каком-нибудь ивенте с Сакамото, такое чувство, что я с ним всегда тусю. Чё эффект предмета? Откуда я знаю? Я же не могу сейчас посмотреть менюшки. Так. Мишима, верь в себя. А, спасибо. Но на самом деле не то, что как бы это мне как-то не нравилось, но с Сакамото, конечно, тусить весело и все такое. Просто способ того, как он делает что-то, отличается от того, как я бы сделал. И, кстати, он что, постоянно думает лишь о том, как найти себе девушку? Ладно, неважно. Завтра уходим домой, так что пошли спать. Пошли спать. Каникулы. Ого. Блин. Чё-то эта полоска растет довольно неплохо и быстро. 76. Офигеть. Итак, школьная поездка подошла к концу. Так, я никогда не думала, что мне придется пойти аж в две экскурсии. А она, наверное, имеет в виду, что у них была экскурсия третьего года, и пришлось пойти еще в экскурсию второгодок, что ли. А у меня вообще нет ощущения того, что мы были за границей. Даже Юски был с нами. Очень хорошо, что Шторм сюда не пришел все-таки. Ну, мы сделали хорошие фотографии и... повеселились немного. Хорошо, что все прошло у нас тут без проблем. Кстати говоря, а ты где вообще был вчера ночью, вечером? А, Рюджи, наверное, ждал меня.
Так, я тебе не могу сказать. Наблюдал за морем. Или... Извини. Я тебе не могу сказать, где я был. А? Почему? Подозрительно. Ну, ладно. Не буду на тебя давить. Ну, просто, знаешь, обидно, как ты меня кинул. Да, ребят. Молодцы, мы обидели Рюджи. Мы кинули братана ради Тянки. И правильно сделали. Да-да-да, ладно. Ну что ж, пора отправляться. Да, время быстро летит. Я хочу и уйти отсюда, и в то же время не хочу. Ну, вернемся в Японию, вернемся к обычной рутине. Я хочу, чтобы мы добились прогресса как можно быстрее с тем делом, которым сейчас занимаемся. Да, люди нашей страны ждут нашего следующего шага. Ребят, теперь понятно, что за сердечный приступ. И нифига не у... этого... у... журналиста, а у... вот этого чувака. Скорее всего, он и... точнее, это директор школы. Скорее всего, он и слил инфу какую-то... какому-то журналистку, я... журналисту. И они решили... убить его. Ну что ж, вот теперь понятно, о чем был разговор. Так, да, посмотрите на нашего ГГ, прямо тролль зашел. Йоу, добро пожаловать домой. Ну, как оно прошло? Ну, как там на Гавайях-то? Было интересно. Нормально, наверное. Алоха! Тебя заразили. Ну, понять тебя, я думаю, можно. Пока вы там, ребят, веселились, тут куча разных херней произошла. У нас тут новые товары. Маски и... эти записки воров. Карточки воров. В данный момент вы можете тут наблюдать прирост профита в магазинах, где продаются данные товары. Больше, чем
прошлом году. Сказывается спрос на фантомных воров. Они даже нечто подобное продают. Так, ну тайм-твит. Так, если вспомнить, то P5 в начале с... Так, началась с происшествия в метро с похожими обстоятельствами. Ну, но тайм-твит. Нам же говорили, что какой-то чувак в маске есть, который использует не только Мементос, но и заходит даже в дворцы и использует в своих интересах. Так что, как бы, кто это... Хороший вопрос. Я думаю, можно догадаться уже, но все же. Оставим это в секрете, пока нам не раскроют. Но догадки есть. Так что, скорее всего, они как-то все связаны со всеми этими делами. Ну, узнаем позже. Может, и нам стоит... что-то продавать в стиле фантомных воров. Типа того. Хорошая идея. Или... О! Карри фантомные воры. Например. Горазете мирка. Кайто даги не кайто. Так, ребят, тут опять игра слов Кайто и Кайто, которые Кайто пишется как фантомные воры, и Кайто, который пишется как заморозить. Я думаю, вы не забыли, это уже не в первый раз, когда было. И Соджо говорит, что... можно делать холодное карри, скорее всего. И назовем ее замороженные воры. Типа Кайто, Кайто. Бред, короче. Я не играю, да? Не, не думаю, что это хорошая идея. Нет, тир. Японская игра слов. Типично. Так, сейчас спросим нашего гостя, что он думает о происшествии. Что случилось на дороге. Акичи-кун, что вы думаете? Ну, как сказать? Это Анчикайто но танте. Появился тот, кто идет против фантомных воров. Давай, скажи что-нибудь глупое и... как это сказать? По сути, уничтожь самого себя, типа, взорви себя, типа, сделай так, чтобы тебя все ненавидели. Ну, я, конечно, признаю тот факт, что фантомные воры, конечно, пытаются делать добрые дела. Господи... Они смогли завоевать часть общества. По сути, они взяли, помогли им с проблемами, очистили от говна, скажем так, грубо говоря. Так, что-то насчет их секрета. Понятно, но это противоречит немного тому, что вы говорили раньше. Я, конечно, не отказываюсь от того факта, от... нет, я не отказываюсь от ранее сказанных мне мной слов, то что по факту они являются довольно опасными. Ну, давай, скажи это. Так, окей, типа, но на самом деле что-то там еще.
походу, хотел сказать. Нет, я не могу этого сказать. В прошлый раз из-за таких заявлений меня наказали. Да эти воры уже повлияли очень сильно, что на полицию, что на политиков. Такое чувство, что конец света приближается. Грубия. А ты на что ж злишься-то? Ладно, я в уборную. Если кто-то придет, позаботьтесь о нем. Работа сделана. Я закончила анализ данных. Можем сейчас, скажем так, уединиться и обсудить все это дело. Нет. О, это... Как его там? Джетлаг. Ладно, сделаем это завтра. Так. Что это такое? Круть! Штамп фантомных воров? Э? Интересно, кто следующая цель будет у фантомных воров? Эх, я жду не дождусь узнать этого. Весело будет, думаю. Да не важно, кто это будет, просто давайте уже побыстрее кого-нибудь завалите. Да. Народ тупо сидит и получает удовольствие. Эй, у тебя есть момент? Хотя ты выглядишь усталым. Фу, наконец-то я могу сохраниться. Так, сохранись в другом слоте. Так. И тут можно и запись порезать.